Здравствуйте, дорогие зрители! Рада вас приветствовать на своем канале Зайцева Валентина. Сегодня у меня полезное видео. Я вам хочу рассказать о своей новой проделанной работе. Этим проектом я занимаюсь уже, наверное, больше месяца. Ну, давайте, собственно, на демонстрацию экрана переключимся, и я вам все покажу. Что на словах-то рассказывать? Так, последнее время я увлеклась созданием интерьеров с помощью нейросетей, с помощью искусственного интеллекта, своих запросов, своих интерьеров, которые я делала раньше, я создаю новые картинки, новые интерьеры, в которых так или иначе присутствуют картины. И вместо этих картин можно вписать свои работы. Вот, например, да, я вставила в две рамки свои работы. И получился вот такой красивый загадочный интерьер. Такая вот работа, как круглые работы, так и прямоугольные, вертикальные, горизонтальные. Всякие разные я делаю интерьеры, большие интерьеры или вот как вот здесь небольшой кусочек интерьера. В общем, кучу-кучу таких вот интерьеров я уже наделала и хочу поделиться с этими интерьерами с вами. С вами, с моими любимыми подписчиками. Где найти эти мои авторские интерьеры? Их можно скачать с сайта Boosty. С моей странички на Boosty можно скачать себе эти интерьеры и пользоваться, как захотите. Можете вписывать свои работы в них, выставлять, в разных соцсетях, на маркетплейсах. Собственно, для этого они и были созданы. Всего на Boosty я выложу 40 JPEG, 40 фотографий разрешением 2000 на 2000 пикселей, которые вы можете скачать в общем доступе. То есть они бесплатные. Вы можете зайти на мою страничку и просто их скачать. Сейчас я покажу вам, где они находятся. Ссылка на мою страничку на Boosty будет в описании к этому ролику. Называется «Пост интерьеры для ваших картин». Если вы раскроете весь пост, вы увидите 40 этих интерьеров. Вы просто можете все их скачать и вставлять свои изображения. Это то, что в общем доступе. Но для моих подписчиков из творческой группы у меня припасен более углубленный как бы вариант этих интерьеров. А именно, я создала к каждому этому интерьеру мокап. Про мокапы я уже рассказывала ранее. И также на Boosty у меня есть целый видеоурок, как работать с мокапами. Что такое мокапы? Мокапы – это файлы, это фотошоповские файлы, в которых легко и просто можно вставить свои работы, свои картины, сфотографированные на телефон или там на фотоаппарат, можно вставить в готовый красивый интерьер. Ну, давайте, собственно, я вам покажу. Просто с того времени прошло уже больше года, мои подписчики выросли в количестве, и, может быть, некоторые просто не знают. Основы работы с фотошопом я также рассказываю в своей творческой группе, рассказываю, как скачать фотошоп, как его запустить и как в нем вот по-простейшему вообще работать. Работа с мокапами – это, ну, самая простая работа, наверное, в фотошопе. Давайте какой-нибудь из мокапов мы сейчас откроем, и я вам покажу, как это работает. Ну, например, давайте вот этот вот мокап я открою. То есть вот такая вот фотография, она в общем доступе. Для подписчиков творческой группы будет доступен фотошоповский файл, в который легко можно вставить работу. То есть я перехожу во вкладку, и вот сюда мне нужно вставить свою работу какую-то. Ну, давайте, я не знаю, сейчас что-нибудь быстренько найду. Быстренько, быстренько какую-нибудь свою работу. И быстренько очень-то и не получается, да, что-то найти. Ну, давайте вот эту кучку, допустим, я вот сюда сейчас вставлю.
И вот так вот она отображается уже в интерьере. Немножко, конечно, ярковато, то есть для этого интерьера, наверное, работу стоит выбрать чуть с приглушенными оттенками, но тем не менее, в принципе, неплохо, да, так она смотрится. То есть вот так вот легко и просто в мокапы можно вставить свои картины. Так, вернемся к старому видео на Boosty. У меня, значит, я тоже эту ссылку на это видео прикреплю в описании к этому ролику. Там ниже будет 5 архивов с готовыми мокапами, которые тоже всем доступны бесплатно, но эти интерьеры, они не мои авторские, я их скачала, я их нашла в интернете и просто вот для общего пользования также выложила ссылками на Boosty, чтобы вы могли ими пользоваться. То есть вы тут можете скачивать, кто захочет, но единственное, что интерьеры эти, они с авторским правом, можно так сказать. То есть вот они. Так, ну вот, а вот эти интерьеры я считаю авторскими, то есть вы их нигде в интернете не найдете, кроме как у меня, и вы можете ими пользоваться в любых своих целях. Причем есть очень красивые интерьеры с большими работами. Да, в основном работы формата А4 и больше интерьеры вот у меня представлены. В планах сделать серию интерьеров для работ миниатюрных, для работ в гипсовых рамках, и тоже я потом выложу в своей творческой группе. Ну вот, а сейчас для работ побольше я придумала интерьеры. Ну вот, друзья, кого заинтересует такой пост, такие картинки, вот работа с этими файловыми мокапами, подписывайтесь на мою творческую группу, там я буду консультировать по работе в фотошопе. Также я предлагаю своим подписчикам сделать для них интерьеры по их запросам, то есть мне вы пишете просто комментарий, какой интерьер хотели бы вы видеть в этой библиотеке. Я генерю их с помощью искусственного интеллекта и также выкладываю вот в эту общую библиотеку для общего пользования. То есть тут интерьеры на разный вкус. И вот какие-то лофт-интерьеры, какие-то классические, современные, детские комнаты. Или просто вот полочка, консоль с декором, которая вот может служить. И плюс вот этих мокапов в том, что вы можете вставлять работу вот туда, как бы вдаль, видите, да, декор стоит, цветочки, свечи, это все так впереди останется, а ваша работа, она будет там, вдалеке, ну, то есть в рамке, и вам не нужно ничего там лишнего обрезать, вырезать. Вот давайте откроем вот эту вот работу, вот этот интерьер со свечками, с декором. Одна из последних, то есть 39-я. Они у меня все пронумерованы. Вот видите, да? В серый фон нужно вставить свою работу. Сейчас я вставлю ее. Какую-нибудь свою работу. Ой, запуталась со своими этими. Простите, я просто тут на компьютере сижу. Я на компьютере вообще редко работаю, и мне немножко сложно сейчас тут сориентироваться. Ну, какую-нибудь, какая она там, горизонтальная. Ну, давайте вот эти цветы. Красивые цветы ставим. Немножко не по формату, но ничего страшного. Вот я ее вставила, и видите, да, свечи остались спереди, букет тоже спереди, а работа сзади. И ничего сложного вы не сделали, вы просто открыли файлик и загрузили свою работу. Вот в этом плюс работы с мокапами, что вам не нужно делать лишней работы, что-то искать в интернете, обрезать там, подкрашивать, закрашивать. То есть вот такая простейшая работа. Думаю, кому нужно этот пост заинтересует, подписывайтесь на творческую группу и с удовольствием пользуйтесь этими интерьерами. Все, друзья, большое спасибо за просмотр этого ролика.